студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! 79 лет назад советские войска водрузили штурмовой флаг над Берлином. Столица фашистского рейха пала. 1 мая алое полотнище взвилось над куполом Рейхстага. По воспоминаниям очевидцев, тот день выдался теплым, хотя солнце едва просматривалось сквозь клубы дыма и завесу гари. Словно в память о том победном мае, нынешний тоже начинается ясной погодой. 1 мая в Старомосколе Губкине днем 22-23 выше 0, ночью 12-14. Офф-индекс средний 5 единиц. Северо-западный ветер 2-3 метра в секунду. Давление повышенное 752-757 миллиметров. Магнитное поле спокойное. Луна в последней четверти. Рассвет в 5 утра, закат в 19:50.